В Одинцовском городском округе ведется контроль над соблюдением гражданами масочного режима. Повышенное внимание уделяется ситуации на привокзальных площадях, железнодорожных станциях и автобусных остановках. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что в рейдах ежедневно принимают участие более 50 волонтеров. Они инспектируют транспортные узлы дважды в сутки в часы пик, когда количество пассажиров общественного транспорта максимально. Добровольцы информируют граждан о важности соблюдения масочного режима и раздают бесплатные средства индивидуальной защиты.